свеча мерцает огонек, и в доме жить и что-то делать можно. Простая истина, но в ней урок для нас, живущих в этот век тревожный. Когда другого в доме света нет, свеча сгорает, превращая свет. Горит свеча, и кажется, что так всегда должна гореть душа живая. Горит свеча, рассеивая мрак, себя для этой цели отдавая. Свеча все меньше, но пока горит, вокруг нее тепло и свет зарит. Не надо унывать, что тает воск, что есть конец мерцанию. Ты, ставший светом, будешь продолжать в иных мирах свое существование. А здесь темно, что можешь, что творишь. Горит свеча,